Много раз я себе задавал вопрос, для чего родился на свет, я взрослел и рос. Для чего плывут облака, идут дожди, в этом мире ты для себя ничего не жди. Я бы улетел к облакам, да крыльев нет, манит меня издалека тот звездный свет. Но звезду достать нелегко, хоть цель близка, и не знаю, хватит ли сил для броска. Покорить мне вершин, чтоб себя найти. Сколько же с отвесной скалы мне падать вниз? Сколько начинать все с нуля? И есть ли смысл?